Уважаемый мой друг, наша поездка уже приближается к концу. Хочу успеть вам пожелать хорошего дня, отличного настроения, берегите себя, не болейте, будьте здоровы. Всем я желаю, вам хочу пожелать мира во всем мире. Берегите себя. Спасибо. Я, конечно, в шоке. Что? Ну, от такого. Я впервые такое встречаю. Спасибо. В Владимире.